На одну 3-литровую банку берем примерно 2 килограмма огурцов, 1,5 литра воды, 2 столовые ложки соли и столовая ложка сахара, лавровый лист и черный перец, чеснок, хрен, укроп, соцветие укропа, лист смородины. Для того, чтобы огурцы были хрустящими, заливаем их водой и оставляем примерно на 2 часа. В это время разводим в воде соль и сахар, после чего доводим до кипения. Через 2 часа вынимаем огурцы из воды. Для того, чтобы огурцы быстрее стали малосольными, обрезаем кончики. На дно 3-литровой банки выкладываем лавровый лист, черный перец, чеснок, листья смородины, соцветия укропа и хрен. Затем выкладываем слой огурцов и очень плотно укладывая, продолжаем чередовать зелень и огурцы до полного заполнения банки. Заливаем нашу банку остывшей водой, чтобы все содержимое банки было полностью покрыто водой. Ставим банку в глубокую тарелку, так как в процессе брожения жидкость будет вытекать из банки. И прикроем банку крышкой, не закрывая. Попробовать огурцы можно уже на следующий день. Чем меньше размер огурцов, тем быстрее они станут малосольными. Через 3 дня огурцы прячем в холодильник. Малосольные, вкусные и хрустящие огурцы готовы. Всем здоровья и хорошего настроения!